Привет, друзья! Сегодня знакомимся с двумя новинками. Это печи нового производителя Тайга, печь Морошка и кедровая. Досмотри ролик до конца и поймешь, почему эти печи разлетаются в магазинах Фарнакс, как горячие пирожки. Очень удобно, когда вам на выбор дают две печи, абсолютно разные по характеру. Печь Морошка, она рассчитана на объем парильных помещений от 10 до 16 кубических метров. Это классическая печь-сетка. В нее входит 110 килограммов камней. Сама печь весит 71 килограмм. И почему так много? Потому что она изготовлена из стали 0,9 Г2С толщиной 5 миллиметров. Но вернемся к характеру печи. Это печь-сетка, поэтому она дает много легкого, мягкого тепла в течение длительного времени. Сначала прогревается основная масса камней, а потом эти камни начинают отдавать тепло в парное помещение. И, конечно же, эта печь в первую очередь для тех, кто предпочитает режим русской бани. Пару слов о конструкции печи. Как я уже говорил, топка изготовлена из стали 5 мм. Она не глубокая, но довольно мощная. В нее помещаются дрова примерно до 35 см длиной. У этой печи выносной топливный канал. Благодаря ему печь можно устанавливать в парной, отопить из предбанника. Дверца у печи чугунная. Сетка объемная, имеет интересный декор на боковых поверхностях. И есть маленькая интересная деталь. В отличие от многих печей сеток других производителей, камни укладываются не на пол, а на специальную решетку на дне сетки. Ну а теперь давайте перейдем к печам для тех, кто любит баню погорячее. Это конвекционная печь кедровая. Она рассчитана на объем парильных помещений около 10 кубических метров, то есть для самых небольших парных. У печи небольшая топка, в нее входят самые маленькие дрова длиной около 30 сантиметров, но у нее очень мощный конвектор. Каменка у нее открытого типа, в нее входит 20-25 килограммов камней, которые довольно быстро прогреваются. Тайга кедровая настолько мощная, что она может за довольно короткий срок прогреть баню, минут 40, час, и баня будет готова. В топках обеих печей очень интересно реализован пламяотбойник. Он имеет прорезь для того, чтобы можно было без труда прочистить сажу, которая сыпется из дымохода. А в тыльной части топки кедровой есть еще и канал подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки, для того, чтобы горение было более экономичным и чистым. Ну а теперь самое главное, это цена. Друзья мои, в описании к этому ролику есть ссылки на карточки товаров в нашем интернет-магазине farnax.ru. Зайдите, посмотрите и удивитесь приятной цене на эти печи. Производитель новый, печи очень интересные. И нам, как и вам, уверен, очень интересно посмотреть на них в работе. Поэтому, друзья, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить репортажи с монтажей этих двух печей. Ждем вас в магазинах Farnax в городе Новосибирске и на сайте farnax.ru. Там очень много интересных товаров по сладкой цене. Я с вами прощаюсь, скоро увидимся. Пока!